Уважаемый Андрей Юрьевич, мы, жители поселка БТС, 13 декабря объявили голодовку в связи с преступным бездействием главы города Протвино Баженова. Он загубил программу по переселению из аварийного жилья 68 семей. Очередную зиму мы можем не пережить. Помогите нам. Дай телефон, можно. А как он руководствуется? А сколько у вас температуры воздуха в квартире? А сейчас мы ждали, в 2011-м обещали сдать казарму на заводской. Угу. Вот так. Была там табличка написана. Угу. Сейчас, значит, закончился уже, можно сказать, 2012-й. Угу. И ничего мы не ждем. Ну что, теперь что, на кладбище справляться? Ну да, вот ждем с ним, когда это. Он уже собирает иногда вещи, говорит, поехали. Че тут потолок? Вот, говоришь, электрик придет, посмотрит. Свет в коридоре не работает вообще. Ну там все уже старый, проводку боимся, как бы сами не сгореть. Канализация, правда, под дом все течет, вечно вонище. Ничего, там уже трубы все уже развалились. В ванну уже два раза полы меняли. Там же нет, у нас же нет фундамента. Мы стоим, вот каркас стоит у нас, и все. Мы уже только, я на чудо только надеюсь, я не знаю. На Бога только, больше ни на кого. Уже никаким властям веры нет. И он сказал, мы ваш дом обобьем фанерой, еще 50 лет еще проживете. Ваш дом... Это Баженов сказал? Да. Уважаемый Андрей Юрьевич, мы обращаемся к вам, жители поселка БТС города Протвино, с просьбой, чтобы спасти нас. Мы уже в этом поселке жить не можем. Нам здесь страшно по улицам ходить. Плохо нам здесь. Помогите нам, пожалуйста. Андрей Юрьевич, пожалуйста, помогите нам. Мы обращаемся к вам, потому что надежды больше ни на кого нет. Баженов нас просто бросил.